фоне. Как будто кто-то эти... как это назвать? Как будто в какой-то железной посудине вилки и ложки типа трясут. Такой звук странный. Ну ты угадала. Ты на кухне, что ли? Нет, это я отдала тарелку, свою тарелку собаке. На подлобника. Ну, что-то доела? В прямом. Ну, типа, да. Вы из своей посуды кормите собаку? А у нее что, миски нет? Есть, но мне было лень вставать, там спина плавает, там спина плавает, слышите? Я плыву прямо на него куда-то, туда, в свою сторону, хочу посмотреть, где он. Он нырнул. Вот где, вот куда я плыву, он где-то там нырнул. Да, мы поняли. Еще кот рядом сидит, попрошайничает чего-нибудь. Ну, просто не знаю, у нас как-то не принято из своей посуды кормить собаку. А, это не... Он вынырнул. Это не спинч. Это, по-моему, утка. Это утка. Да. Маленькая причем, по-моему. Маленькая? Мне кажется, она большая. Здоровая. Что она маленькая. Да? Ну, она, конечно, может быть не фул, но она не супергигантская, конечно. Хотя нет, здоровая утка. Это ты кусала сейчас воздух? Я воду кусаю. Да. Но можно попробовать ее. В принципе, в ноги, в горб ее можно подолбить. Ты в тот раз попытался. С трех ударов отбил. Мы забудем про это. А, да, она большая. Мне почему-то издалека показалось, она такая маленькая. Как Джувик, как будто. Ты в лапы только ей передние не лезь. Сейчас я рыбку съем и бегу. Блин, она прям в стенку уперлась и все. Да, блин. Нормально, у нее яда там вообще гора. Так, я похилиться. Эй, спи! Будь здорово. А я чихаю. Не знаю, она какая-то изичная, что ли. Угу. Ай-яй-яй, аккуратно. Но она у нее уже мертвый скин. Да. Убила. Легкая. Она, походу, не умеет играть. Она, или походу, она не взрослая, да, она не взрослая. Она сабик, скорее всего. А может, она просто копила здесь монетки и не успела поставить себе что-либо. А у нее особо ничего нету, у нее только хвост да лапки, что у нее там, может быть, еще. Ну да. Вкусно? Ну, как бы не вкусно, но по сути вкусно. Первые шрамы пошли. Ну, классно же, классно. Классно, утку убили, убили, все. Настоящую утку. Настоящая. Это не наебка была. Это был не Джувик. Ладно, ладно, это актер какой-то. Шутка. Все актеры. Прикольно, из-за твоего темного скина тебя не видно даже. Да. Это было из-за этого взят скин этот. Ну, типа, я имею в виду изначально, я когда в ИСЛУ еще играл, я черный скин взял. Я раньше выбирал любые скины, только не черный. То есть разноцветные, красивые, всякие пестрые, леопардовые вообще там такой, ебать, вот это я классный. А потом, короче, я в ИСЛУ играл. И все, ну, с этим, с гаммой играют, со всякой вот этой фигней. Вот у меня все включено, как бы гамма, не гамма, все, как бы я ночью идем, и я всех вижу. И я вижу Рекса рыжего. Огромный Рекс на кукарачках просто крадется. Я такой и говорю, ну, корешу. А он с решейдом был, который вот эту розовую хуйню делает, знаете, без текстур. Типа текстуры, да, таким. Нет. Вот. Я ему говорю: смотри, вон Рекс идет, давай его заебашим. Он такой: так их два. Я такой: в смысле?
А их два реально. Они в метре друг от друга идут, а я вижу только одного, понимаешь? Рыжего, а черного вообще не вижу. Я такой, все, я буду играть только за черного этого персонажа. Только. И у меня все мои скины были только черные. Такой, нахуй эту вашу хуйню леопардовую. Я хочу, чтобы меня нахуй не видно было ночью вообще. И все. Вот прикинь, в такой траве ночью, ну, типа, ты же меня не найдешь вообще. Ну да. Ну, если с той фигней, то найду. Ну, с той фигней, да, но здесь она не работает. Я в фантома пишу, не могу найти. Не, фантома. 13. Пусть, о, хорош, хорош, хорошо, что вышел. Спать с чара, блядь. Смотри, какой зелененького сделался, а? Красивый. Блин, Спиноч, конечно, красавчик просто, блядь. Дань уважения Спиночу. Да, пришел, блин. Раскидал пришел. Тут раскидал, все. Блядь, этих бомжей, да. Типа, я бы хотел пофайтиться вот с этим, например, или Кентриком, но... Анкила просто жесткий и слишком много. И Луана сильная. О, Кентрик! Кентрик! Души вонючку! Сука, чё? О, два Кентрика. Вкусно. О, я блит у них сильный. Нафиг такой блит. Наконец-то я возле вас заспавнился. Вот я сразу накиньте пати. У меня стамины мало. Ну, хорошо. Я пишу туда П, типа ПХ, я не могу тебя найти. Да не фантом. А какой? Напиток фантола, знаешь? На английском. Блять, это тут. Да. Сол пишу, короче. А фан. Да. О, вот это уже идиотизм. Куда поплыл? Я фул блит. Да, отхилить. Кстати, Мегалания, у нее бонус только на вроде в воде блит хилит быстро. Это у всех. Кто по воду погружается. У сарказухов, у спиночей, у зухов. А я нихуя ближе быстрее с блит не скину. Нет, ты если погрузишься на дно, то быстрее. Там в два раза, по-моему, как лежишь. Такое что-то. Одной, кажись, прям очень плохо, а другая красная. Ой, пускин. Сука, нет, что-то весь свет выключили. Вообще играть невозможно. Капец, такой стамина вообще играть невозможно. Чё за бред? От воды мы сейчас играем, но вообще всего хватает. Ой-ой-ой, бублик. А мне нормально, ни разу такой. Блять, мне плохо. Ой, поплыл. Да. В смысле, вот я нырнул под воду, еще ничего не случилось. Как минута 10 была, так и минута 10. Ты прям глубоко? Да. Слушай, странно. На самом дне. А если ты всплывешь, то сколько будет? Да не так же, он просто падает потихонечку, типа. Вообще... Блин, нет, слушай, там есть разница, я тебе 100% говорю. Ну вот, я смотрю сейчас. О, вот сейчас, вот сейчас 20 было. В какой-то момент. Ну... Скинулось чуть-чуть. В какой-то момент. Короче, в один. Блин, я не знаю. Тут странный ты какой-то. Вот у меня прям. Это, я на сарказухе плавал, но у меня сегодня все работало. А где второй? А, второй там у трупа бегает. Блин, ты уверен, что лезть на него это хорошая идея? Да. Кентра? Да ну Кентра легко убить. А, я ты просто. Чё? Когда просто в воду заходишь, уже сразу видишь, да. Просто в воде. А у меня все, у меня типа плохо мне. Минус одна. А, я вижу, вижу, хорош. Красавчик. Вот, у меня 2 минуты 24. Да, не скидывается тут. Блин, уже какой раз понимаю то, что настойчивость вот в таком добивании, она очень полезна. То есть, если бы я сейчас побоялся за хп и тупо... О, Саш! О, даже китаец здесь! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ой, какие люди! Здравствуйте! Давай, заходи к нам. Наплавались сегодня, да, захожу. У нас тут на этом лагуне веселуха. О, веселуха, это я люблю, наконец-то. Сегодня вообще так скучно было. Кентрик, согласен, блин. Полдня играл,
Единственное, с серками побегал, они, правда, стрёмные были какие-то. Я одного нападаю, вторая подбегает, потом третий, четвертый, пятый. Они мне, блядь, пытаются это, рыбачить на меня. Стрёмные. Долго я с ними бегал. От одного берега к другому. Ну, это прям все веселье сегодняшнее у меня было. А ты у метриков не сидел? Нет, я с метриками сегодня пиздился, да. Было дело, мы втроем против... А куда второй делся? ...кучи метриков. Я говорю, второй умер, вот первый. Вот и второй, первый. Ну, просто мы на это, по-моему, первым напали, я перепутал. Так, захожу. А, мониторка, позвони мониторку. Мониторка, это кто? Охрана. А, блядь. Я думал, ты нам... Ой. Ну, о, Фантола. Да, Фантом, короче. Где бей, Кентру? Вот какой там. Бей? У меня вообще стамины нет почти. Да, это гений. Чё, блядь, мы типа со стаминой бьём. Да, это гений, стамину приду. Сегодня это, Стегича, кстати, это, крутил нормально. Я получал от него. Стегича, давайте. Так, приглашайте меня. Сейчас я присяну. Ой, блядь. Ох, целый пригласил. Два. Да-да-да, я тут рядом как раз. Ладно, попизженный чуть-чуть. Да он нормально пойдет. О, Латенко. Хорош. Боже, ну чего мы его боятся, он маленький. Так мы, блин, каленые, двое это было, мы подрались просто. Каленые и без стамины все время плавали. Сейчас отрегенится. Пришел тут фуловый. Стамину отрегенил. Фул СП, фул этот. Пойди, я подбегаю дальше. Все, я, ладно, я понял, не надо. На 18 минут получил. Че, прям просто в хвост кусать и все? Ну, можешь и так. Можешь и так. Как хочешь. Спать, чара. Первым делом пожрать. Легкая. Шаги, по-моему, слышу большие. Да. В кустах, смотри, выбегает у нас. Вот тех. Кто у вас? Алик, да? Или Даспа? Даспа. Да, Даспа. Это. Надо пригениться. Да, тут ты прав. Я в кусты, из которых она вышла, сейчас. Бля, пришла на все готовенькое. Mm-hmm. Ой, тут спиннич еще аккуратно.